сотрудники ОМВД Щукина. Превышение должностных полномочий. Никто не будет присаживаться. Никто сюда не будет присаживаться. А, значит, пускай они, значит, силу применяют. Никто не будет сейчас присаживаться никуда. Значит, это гражданское лицо. Не дают общаться. Пожалуйста, представьтесь, гражданин. Кто вы? Вы гражданское лицо или... Так, давайте, давайте, граждане полицейские, применяйте к пожилым людям насилие. Добровольно никто не... А, вы уже 90-летнюю старушку обижали. Это коммерческая организация ООО СКД отрабатывает 146 миллионов куша, которые платят по госконтракту правительство Москвы. А рожа они вот где вот этот начальник? Антон, подтягиваются. Так, еще раз. Коммерческая организация отрабатывает 146 миллионов, получаемых в год ООО СКД. Пытается превышать должностные полномочия, применяет физическое насилие к пожилым людям. Пожалуйста, пожалуйста, что же, вы же бабушку-то били? Лицо ваше покажите, пожалуйста. Ага, так, дальше, дальше. Кто дальше? Кто, давайте, давайте, ты добровольно, документы требовали, не... Выбивал телефон, не надо. Телефон выбивали, так, граждане. Мы сейчас будем звонить по 112 на горячую линию МВД. Где это? Почему вы дали ему скрыться? А вот это вот товарищу, который вот из ООО СКД, который прятал лицо и убежал, он со слов женщины применял к бабушке насилие, выбивал телефон. Вот, раз, два, два свидетеля. Они видели, да. Света, у тебя телефон вырывал? Да. По рукам бил? Вот, пожалуйста. Почему вы права бабушки не защищаете? На физическое воздействие зеленые. Вы закону служите или же непосредственно ООО СКД, казачку господину Хайжонову? У вас нет оснований? Оснований может господ задержать до объяснения, которые применяли физическое насилие пожилому человеку. Давайте задержим. А? Заявление напишешь, я и грамоту продиктую. Будешь писать, Свет? Нет. Хорошо. У вас есть еще вопросы к этому человеку? У вас, представитель власти, есть вопросы к этому человеку на данный момент? Она может быть свободна? Да, кстати, вот на самом деле еще статья очень серьезная Уголовного кодекса к тому, а незаконное как бы лишение свободы человека. Они ее задержали физическим образом. Тебя физическим образом задерживали, Света? А? Тебя физическим образом задерживали, не давали передвигаться вот этот мужчина? Да. Нет, он не давал ей передвигаться, он, получается, лишил ее свободы передвижения. И требовал незаконно, требовал документы. Это что такое? Я бы даже попросил, если есть предмет, я тоже отказался предъявлять. Ну, значит, а на каком бы основании требовали документы у нее? Таким образом, а на каком основании? То есть вы сейчас коллективно... И контрольной закупки не было, меченых купюр не было. Все остальное они имеют право, как граждане Российской Федерации, не давать показания ни против кого. Ни против себя, ни против близких. Я, конечно, поеду. На реальных правонарушителей сотрудники ППС внимания не обращают. Я вам сразу говорю, разрешение на видеосъемку я не разрешаю. А кто жалуется, скажите, пожалуйста? Люди? Не будете играть? Сейчас уйдем, извините. Я с вами общаюсь? Я с вами общаюсь. И учился на Украине, и родился на Украине. Да.
Сочувствую. Права граждан полностью нарушены. Пользуюсь юридической безграмотностью пожилого человека. Так, ну что, господа, вы будете задерживать насильным образом или вы уезжаете? Господа полицейские, у вас вот машина есть, экипаж есть, добровольный человек не пойдет, это я говорю. Вы сейчас, пожалуйста, опозорьте ваше ОМВД. Еще... То есть мы только на бабушек рассчитаны и заточены. На группу бомжей, распивающих спиртных напитки в лесополосе, сотрудники управы и ОМВД Щукина не реагируют.